Во. Уже около 2. Уебать у меня тут голосок. А-а-а, пацаны. Давайте, как бы, 3. 2. Один. Сейчас снимаю. Сейчас, тихо, я микро. Я Дискорд замучу, чтобы было слышно нормально видео. Уже около 2 месяцев прошло с того момента, как я обновил свой сетап. Да мышка, не двигайся. В комнате меня ждал барыга, Иисус, у которого под пазухой я нашел какой-то странный черный вот пакет. Получив этот пакет, я решил сразу же изучить его содержимое. Мне сейчас дадут бан за копирайт в музыке. Ебать, агенты Кингсман, здравствуйте. Я смотрю фильм, блять, супергеройский блокбастер или обзор нахуй на микро. Всем привет! Ебать, я тут урод, нахуй. Вот это да, это такой мелкий, нахуй. Боже, наконец-то вы не будете видеть говнозвук. Видеть звук, кто было? Бля. А вы не будете видеть хорошую картинку, где слышит ущербный звук. Нельзя было выкладывать, что я и сделал. А будете все воспринимать на уровне топ-ютуберов. Нахуй это? Хочу быть стримером. Блять, сломалась эта шлюха поролоновая. Тут инструкция, если вы долбоёб, она вам понадобится. Но если вы умный, как я, нахуй. Достанем микрофон. Для этого понадобится его вынуть. Логично, да? Коробку нахуй. Один, нахуй. Так, дальше. Я тебе каждый раз нахуй два говорю. Тот самый доставочный. Человек, который продавец, пытался достать мне её. Блять, он такую хуйню. Он так долго дрался с этой жопой. Короче, блять. Еще раз, нахуй. Еще раз. Давай. Достаем. Главное просто не уронить, нахуй, микрофон. Иначе это минус 12 тысяч рублей. Почти. Давай, моя рыба. Ебать, вот этот крестик такой уебищный выглядишь. За кадром войс Максима, блять, идет. Сука, как я себя не убил этими ножницами там, я не понимаю. Перезалейте потом этот видос. Заебись! Достали! Сейчас вы видите, как я сломаю, блядь, этот провод. Это ваш завтрак. Вот тут даже второго Моника нет. Я потом тоже анбоксинг делал на монитор второй. Похуй. Я открывал ножницами коробку и, блядь, руку себе разодрал, нахуй. Просто, я блядь, до крови. У меня там пиздец бинтом мотали. И это все на видео заснято. Но я это не лень было монтировать. Но где-то сорс есть, ну, в принципе. Да, он типа так и должен быть. Что вам не нравится? Блядь, не в ту сторону. Да, вот. Иди нахуй. Теперь нам надо подсоединить этот провод. Говно, блять. Открываем, короче, провод. Он у нас дохуя длинный. Вот этой паскудой. Я туториал для всех зрителей моего канала, у которых будет этот микрофон. Это надо в жопу, не в компьютер. Вот эта хуйня нужна, чтобы наушники подсоединять. Но я же не долбоёб, поэтому я буду записывать, как пойдет. Поэтому нахуй эту кнопку. То есть... Бля, не пойму, у меня всегда такое ебало помятое было, или только сейчас? Хули провода по полу. Чё я мыть буду, блядь, здесь? Вот, чтоб мамка не волновалась, короче. Блядь, рука застряла. Пациент, компьютер рядом с вебкой, потому что хули нет. Отлично, мы подсоединили. Эта хуйня уже заработала. Блядь. Я погнул нахуй. Сразу погнул уже. Перебить. Привет, Ларсик. Я выгнал все обратно. Сейчас мы могли, блядь, увидеть, как я сломал провод этот. Но хуй там плавал, я не сломал. А как он, то есть так должен, типа, быть? Типа, чё, я не понял. Все, заебись, теперь не сломается. Нет, хуй там сломается. Надо, потому что вот в эту сторону, через вот так.
И вот я его погнул, блядь, все. Блядь, как эта, сука, подставка работает? Я не понимаю. Да, вот, вот так вот она закрепляет. Блядь, ца. Алло. Что нам нужно для работы микрофона? Это муть. Давайте попробуем послушать этот микрофон. В общем, вот так звучит этот микрофон. Ну что же, давайте пойдем дальше. Аллаху Акбар, это сама шлюха. Понятно, нам нихуя не записалось, значит, микрофон бракованный. Нет, блядь, не туда. Устройство. Мышь, ввод. USB. Вот, Yeti стереомикрофон. Давайте лучше сделаем все это через бандикам. Короче, вы поняли, что дальше начало происходить. Так что давайте приступим к анбоксингу монитора. Ведь это намного интереснее. Должна быть вторая часть видоса. Извините за скример! Ай, блядь. Пацаны, это, блядь, божественно.